Хей, с вами Энгрей, а также... Также я, блин, изучающий, блин, настройки данной игры, блин. Да, новое великолепное, друзья, ММО. The Idol MMO. Нам заплатили 50 тысяч рублей, чтобы мы прорекламировали эту игру. Обратились, надо сказать, люди по адресу. Я тут ебашусь, блядь, с чигрышками. Да, я вот со своим фанатом вот сижу, вот, он смотрит игру, а я как бы ей даю главную итоговую оценку. Ну, система боя, надо сказать, вроде бы здесь неплохая, да? Такая боксерич чисто. Опа. Короче, бой с тенью. Лутецкий, сюда, блин. Ну все. Че это? Кэп. Это кэп, Коля. И что это, Монстр блядь? Дроп. Понял. Он квест дал. Ну все, нормально. Прокачиваемся. Прокачечка пошла, друзья. А, это рубить дерево? Дровосек стоит же. Угу. А, ебать. Сложно, Коля, ты думал. Надо в зеленую область попасть. Я что-то не понимаю, блядь. Ну... О, теперь в желтую надо попасть в область. Так я не могу ничего нажать, блядь. Нажал. 8 ПТС. Не понял, что произошло, блядь. Ужасно. Ну, очень интересно. Чё, кнопка не работает, что ли? Ну, это кнопка вообще. Ну, должна быть. Ускоряет, блядь, эту залупу. А-а-а. Может быть, пробел нужно нажать, не знаю, как-нибудь. В желтую надо попасть сейчас? Ну, вероятно. Давай, я в себя верю. Ебош. Хуя это дерево. Хули оно тут выросло. Не жаль. Видал, левелупер. И бревна, и листик тебе драли. Все. Ну все получается, квест комплит. Нихуя, блядь, надо 100, блядь. Ха-ха-ха, и, блядь, долбоёб. Это ты... Ты молодец. 100 надо. А где меню-то, блядь, великолепно? Ну, пс. Реально 100 дерева надо, ты шо, еблан, нахуй, старый? Ой, блядь. Ну, типа задание для нубов, что ли? А, проебал жизнь. А не, дядь, пошел ты нахуй. Мать знал, блядь. Нормально так сказал. Слезь ты, блядь, я сейчас молодые выебу, блядь. О! Нихуя себе. У ленточного червя задание выполнили. Ну что надо купить? Сука, что там, блядь, не видно нихуя. Craft boxing gloves, buy the from shop. А, что угодно. Ну, crafting gloves тебе нужно будет, наверное, собрать, скрафтить, я так думаю. А тут 5 любых хреновин, короче, надо тебе купить. Че ты бегаешь как обезьяна? Иди в магазин. Тихо, нахуй. Смотрю, крафт охуенный. Boxing gloves. Ебать, мама, блядь, за что? Ну, хули ты хотел? У него крафт. Ресурсы продаются какие-то, да, в шопе, да, блядь. Дерево у него продается и листик. А, вот тебе палец показывает, что купить надо. Наверное. Палец просто тут, палец. Ну тут дохуя всего. Таня, твоя рука, блядь. Ну вот куда она делась. Он, блядь, смотри. После дрочмаров. Братишка зашел. Ну так хули, игра популярная, я же говорю, мне не зря заказали ее пиар. Игра великолепная, друзья. В ней есть графика. Ебать, пиксельная, ну что, но есть. Теоричек, нахуй. Сейчас, братка, прокачаемся. Но я так понимаю, надо скилл качать в это. А нет, у нас ловкость же, блядь, в агилу, блядь. И сюда один, сюда, блядь, в удачу, нахуй. Бук не надо, блядь. Total Def, блядь. Защитку. Чтоб не брать за щеку.
Я еще 4 поинта, между прочим. Да тут хуй пойми, нахуя что, куда, блядь. Ну, защиту платненький. А это что, блядь? Старплеер, блядь. Ну ты не старплеер. Пусть им потом прокачаю, блядь. Да, давай, все. Новое задание. Левел дадут качнусь, блядь. Тебе нужно изучать карту, как я понял. Автомод можно включить? Чё? Эта игра уже хороша. Автомод включай. Пускай он сам всех хуярит. Ебальники нахуй пошли начищаться нахуй. Ну все, Рокки Бальбоа на минималках. Нормально. Рубли зарабатываются, да. Грин, тупо воин. Я пошел спать, короче, блин. Ну так и есть, по сути дела. Ну ты красава. Нет, ты вот, конечно, на рофлишь, блядь. Нет, Сашеньки, блядь, тут. Ты что, охуел, что ли, блядь? Сюда, блядь. Пошел нахуй, это. Левел за Александра, блядь. Это, блядь, какие-то Игори. Игори, блядь. Я им ебальники бью, блядь, им похуй. Где, блядь, таланты, блядь? Звездные прокачаем. Сука. Не в ту степь лезешь. Звездные это не про тебя. 1% дэмэдж, блядь. Ну, вообще-то они тебе ебальник тоже так-то прописывают. Мне похуй, я на скилле, блядь. Да я понял. Давай, левый, левый, левый. Хук, хук. Пиздец, ебальник тебе, конечно. Ворота, давай, танцуй. Танцуй, как бабочка, жалька коса. Как ноздря. Нечеловеческая. Иди квест, блядь, сдай, дурачок. Опыт получи. Сейчас тебя уебу. Да какой нахуй квест, блядь? Сейчас тебя уебунькаю здесь. А куда его сдать-то, блядь? Вон же портал, видишь, показывает стрелка. Вот этот? К ленточному червю надо вернуться, наверное. Да, да, да. Нет, он тебе задание давал. Ты уже его выполнил. Он лох. Да, ну, как и ты, по сути дела. Я хлопнул, блядь. Да, и вот пропал. А, у тебя 2 хп. Дурачок, блядь, дурачок. Сука, смотри, охуеть. О. Что там? О, нихуя себе. Нового героя можешь уже создать. Уже могу. Нахуя, правда, непонятно. Как это закрыть, нахуй? Да, хз. Create new charter. А, это что такое? Квест, блядь. Рудничего квест. На руднике. О, ты нашел новую шляпу. Сила плюс 2, гильдия 1. Я парень, блядь. Да, я вижу. Все. Ну все получается, давай работай. Раб. Кстати, задание так и не сдал, ленточного. Похуй, я руду фармлю. Я нафармил руды. Смотри-ка. Гоблин тебя прокачал, получается. И бочку еще тут добавь. Бочку добавь. Он бочка есть. Вон с гоблином. О, видишь? Нихуя себе пошла. Крафтений пошел, бля. Ну все, какишный кирпич готов. Видишь, еще один квест дал. А что надо сделать? Апгрейдить можно за деньги. Есть. Чё, блин, там надо апгрейднуть ему? А, все. Learn to forge. Красава, все. Видите, друзья, тут фармятся заодно карточки в стиме, за которые можно будет потом продать и большие деньги заработать. Ну, нормально. Рубасики. Что конфетку дали. Ну, чтобы повафлишь потом. Червю теперь нужно вернуться. А, этот еще одно задание, кстати, дает. Гоблин. Какое? Нету, я вижу молнию. А что тут у него? Ну, хуй знает. А он еблан. Значит, надо вернуться сюда. Блядь, тут это залупа, как закрыть действительно? Что за хуйня? Надо персонал. Серьезно? Нужно новую? Надо нажать. Это патч. Угу. Патч на опе. Похуй, надо читать. Видите, друзья, очень активно игра обновляется, поэтому спокойно можете заходить. Найдете и друзей, в принципе, спокойно себе. И как бы с кем поиграть найдете. Ну и... Бля, не хотят. Геймплей не интересный. Серьезно? Ну создай. Ну похуй создай, что делать. Ну давай, блядь. Вот этого создай. Силача давай. Силача, блядь, да. Что ты боксеричем, блядь, не на том классе начал играть? Ну да, они такие, ты долбоёб, смени, блядь. Так я хотел, видишь, он типа скоростной, типа и ловкий, такой, типа порхай как бабочка, жаль как чилба. Ну вариант-то неплохой, да. Ну теперь бавгая давай.
Вот, с конусом заебись вообще было. Будешь эти маш... давай какой-нибудь классный ник. Мочу. Мочин. Красиво, красиво. Ну, просто как? Машина. Представляешь, кто-то занял этот ник. Я хуею, блядь. Да. Сейчас, блядь. Но, не, надо было имя своему любимому. Супермочин. Супермочины. Ну все, создал, красава. Ну и че, блядь, плей надо нажать? О, реально. Правда, у тебя первого уровня. Ну там тот просто. Ну, я все, сделал, окей. Дядь, привет, долбоеб. Или мне надо тем, блядь, подойти? Может быть. Не, а вот он на своё будет что-то. А нет? Да я душе не ебу. Он же перволевельный. Он порылый, блядь, червяк, нахуй. Да, он дал новое задание. Нового чела? Рич мап 2, блядь. Не надо сюда было, нахуй ты меня наебал. Но он же давал задание вроде бы на рич мап 2. Ну и что, блядь, там должно гореть на портальчике, блядь. Ну ладно, хули. Нафига ты этим ебальники чистишь? Иди давай дальше. Хули они, блядь, себе позволяют, блядь. Я так, поплёвывают тебе просто в спину, уже завидуют. А как-то можно сбросить нахуй тут все? Хз. Я, допустим, не хочу. Ну, за денежку, наверное. За чью, блядь? За твою. Хуя. А вот это boost damage shows all monster be 0%, 1%. Это на следующем левеле плюс 1 будет процент. Оружие, очевидно, нужно. Да, это Guild Dead Sword. Это просто, блядь. С тебя меч будет. Boost damage all monster. Это не написано, что это именно мечом, блядь. Просто Guild Dead Sword написано. Sword это меч. Это талант, блядь, так называется. Ах ты, сука. Ну смотри, блядь, у меня. Я хуй знает, я хочу сбросить все, я блядь. Я тебя этим свордом, твоего маленького, так сказать, сворда откорякаю. О. Час. Да через час. Ну вот, дэмэдж стал 5.14. Давай ради интереса качнем еще раз. 6 стало. И нихуя не изменилось. Блять, Саша, нахуй запоролся. Связался, блять. Ну это видно. Давай дальше. Давай дальше, иди на локацию. Ой, блядь, как сбросить гилы, блядь. Слышь, локацию пошел. Еще 6 жабоидов тебе нужно наебекать, чтобы дальше пройти. Хуяли, где это написано? Ну, вон, на портале 6 черепков. Вот тут типа тебя, конечно, сейчас бы, ну хуячат. Родила мать дебила. Да, конечно, сосать ты будешь. Чоппер-чоппер. Пизда, блядь. Инсторез, блядь. Ебали. Серьезно? Такая халява в игре. Пошла? 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 Чоп-чоппер, блядь. Че надо сделать, блядь? Чоп-чоп, нахуй. Это обычно к топору относится. Я не топорист, блядь. Я хочу сбросить скиллы, блядь. Да все, допустим, уже, похуй, ты проебан. Блядь, пану. Так. А допустим, подожди. Я хочу удалить, допустим, блядь. Угу. Как выйти отсюда, нахуй? Я что захотел удалить? Что такое, блядь? А может быть тут можно сбросить у кого-то? Может. Знаешь, у кого? Вот этого пацана. Вот, блядь. Нихуя ты там уже забрался. Он сам пошёл. Квестал. Enter. На арену, блядь. Ну все, давай, великий гладиатор, блядь. Пошла, пизда! Нахуй! Нихуя. Нахуй. Вырубился одной. На, блядь. В ебальничек. Еще, блядь. Ай, блядь, бьет. Ебальник, блядь. Ебальник. Опа. Сюда, гнида, блядь. На, сука, шлепок. О, вот это красиво. Вот сейчас унижение будет. Да я вижу, блядь, обрабатываешь ты жабок. Съебался. Ить нахуй. И обработка жабьего ебала сейчас пройдет. Смотри, смотри, смотри. Да я вижу, вижу, да. Первый жабы пошел. На нахуй. Да. На нахуй. Ой, бля. На нахуй.
Левел, бля. Сука, зачетырил. На нахуй. Отходим. И бьем, отходим. Ага, да-да-да-да, я вижу. Пошел. Въебало, отходим. Ить нахуй. Нихуя она квакнула, блядь. Вот этому. Ить. Ушла, блядь. Ебальничек. Ебальничек. Стало, потому что я въебал сильно, она охуела от такого, блядь. Сюда, блядь. На нахуй. Встань на месте, блядь. Я тебе сейчас отпищу, блядь. Не верила? Ляшечку сюда. И по жопе ей. Догоняй им по жопе. На, сука. Красава, это, блядь, Коля, красава. Не видит спину, ее хуярим, блядь, со спины, как сплинтер. Как дурачок, да. Так, не знаю, талант тебе нужно, блядь, там жестко, блядь, жестко надо, блядь. Да, жестко. Да, 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 жестко, жестко. Жестко надо, блядь, сил надо, блядь. По-любому, блядь, персонаж на агилити взят, надо силу качать. Похуй. Мне интересно, кто после жаб будет. Мать будет жабе. Сука. Сомневаюсь. Ебать, наеб... О, смотри-ка, угадал. Тоже, кто бы знал. Реально мать пришла. Чебрончики какие-то, блядь. Пока, блядь, справлюсь с самыми сильными, блядь. Да, я вижу, блядь. Ранее Кал побежал с самыми сильными, блядь, справляться. Самых сильных, ну, пидронькал, блядь. Сейчас от этих изичей ебаных пощелкаю, смотри. Да, я вижу, да, я в тебе верю. Что ты идешь сюда? Но... На, блядь. Все, он встал, блядь, это стан прошел. Пошла тренировка, блядь. Хуя себе, в нокаут отправил, стоячий. Фуга, одного реально убил. О, мясо сюда, нихуя, левел ап, сейчас подкачаемся. Да-да, сейчас. Пошла разъебка. Сейчас, иди сюда. По одному, еба, спину ебу. Ай, блядь. Пошла, на. У него магия бьет фиолетовая, блядь. У меня резиста нету, блядь. Да я вижу. Ебать, загрел маленького. На, блядь. Да я их разъебу, Саш, изи. Сегодня-завтра, блядь. Да-да-да-да-да-да-да. Позвонишь, когда, блядь, разъебешь. Смотри, ебать, я себе пока, блядь. Ах ты червячелло, блядь. Иду сюда, полз. Да, я вижу. На, блядь, сука, куда убегаешь, блядь. Спину, блядь, как подлая тварь. На, все, пизда, он в шоке, нахуй, от такой хуйни. На, сука. Ну давай. Хочешь мне въебать, иди сюда, ты. Ой, блядь. Давай. Опять наёбка пошла. Ить. Наёбка да уёбка. Всё, уходит. А, уходит, блядь, всё, сдался, блядь, сука. Опа, нахуй. Опа, блядь. Эту хуйню скрыть, блядь. Опять сдался? Но его подмога пришла. Только разъебу сейчас, нахуй, вот с этой стороны, да, пацанчиков, ебать. Да. Я буду такой, левый с левой, с правой обработать. Да, короче, end round, блядь. Сундук, блядь, мне. Этих я явно не вывезу, блядь. Ой, все, понятно, слабость. Что дают? Я сундук разъебал, видал? Понятно, дают ресы немного монет. А что я руду собрать не могу? Все, на рфуловый. Рюкзак, думаешь, забитый? Да, так и есть. А как использовать что-то, блядь? Ну, это интересный вопрос. Конфету там нельзя? Это что вообще? Это... Кэнди, блядь. ФК Гейнс, блядь. Утс. Экспу вроде добавляет. Нахуй ты в мясо всякую залупу тыкаешь? Мясо — это мясо. Эй, блядь, руду задать не могу, ёбный брат. Все, пока пускай валяется. Full инвентарь, блядь, расширение инвентаря срочно, блядь. Да, да. А вон нажми на этот, на замочек. Item inventory. Это не то. Тут вот сумочки должны быть, как я понимаю. Должны быть, да? Крафта тут нету, да? Почему есть? Ну и похуй, выходим отсюда. Ну именно на месте я крафтить не могу. А, ну окей.
Ай, сука! Отставил! Уёбок, блядь! Отомстили! Жабена отомстили тебе. Кривопалому. О, сундучелка. Ну все, всю залупу нам тут можно. Какие мы, блядь, какие. Ебать, сейчас сделаю себе оружие, блядь, это ебу здесь всех нахуй. Рассказывай. Будут выебаны пацаны, блядь. Пошел медь копать броню, блядь. Че у меня за оружие? Дерьма, блядь, нахуй. Это что? Посох. Нужен. Для мага, сука, очевидно. Видно, мне вот это нужно сделать. Видно, да. А как оно, блядь? Идь? Ну все, блядь. Никак не поменял. На мне не видно. Ну так вот, не нарисовали. Только перчатки, видимо. Не, погоди, блядь. Так не должно быть. Должно. Нихуя, блядь. Что там нихуя эти? Лицо сейчас, блядь, сломаю. Да что ты там сломаешь, сынок ебаный? Продай, блядь. Понятно. А вот это что? Лок, 125, лок. Растить деревья, короче. Ясно, это можно выкинуть. А это руду, блядь, наверное, растить, да? Нихуя себе, блядь. Да. Мне кажется, ты наебал, блядь. Ой, блядь, растить деревья. Какой же ты хуй, блядь. Заткнись. Телепорт, блядь. В банке причем. Это непонятная хуйня, конечно. А это? Майнинг. Сертификат для майнинга. Это квесты. И там, блядь. Гемшоп, ебать. Погоди. Вон. Погажу сейчас на тебя причем сразу. Квест вот. Выполнен какой-то. О, он ебаный, Саша стоит. Сейчас тебя наебашу, блядь. Тут, чтобы пройти, тебе предмет какой-то нужен будет. Или скрафтить, или добыть. Во! Бля, какой, блядь. Донатор. А что я за шо за сам, да. Ну это точно не квесты там. Что это вот это такое? Сумки какие-то для ресурсов, может? Может. Ну, кстати. Может, они так и должны лежать у тебя в инвентаре. А, это блокировал. Угу. Молодец, хорошо придумано. Ну, скорее всего, они так и должны лежать в инвентаре, я думаю. Да нет, это хабред. Да должны. Инвентарь слот. Материалсы. Че ты? Ты уничтожил ее? Не. И что теперь? Ничего не поменялось. Бля, это может бафы какие-то были. Понятно. На руду, блять, или еще что-то. Ну, уже похуй, я думаю. Игра все равно интересная, друзья. Как ну видите, да, да. Тут есть различные бафы. Не поспоришь, ебать, нихуя. О, бля, этот чел, кстати, разговаривает, стал квесты мне, выполнил у него. То есть надо было эту хуйню нажать, чтобы квесты сделать, блядь. Возможно, кстати. Кто знает. Ты он квестов уже понахватал-то. Полную жопу. Ну и как ее надеть-то, блядь? Хз. А, у тебя, кстати, это тебе бутерброда столько надавали, только сейчас заметил. Да. Фига себе. И кирку дали. Дали. Бутеры в третий слот, кстати, можешь определить.
Да вот это, блядь. ХЗ. А, во, вижу. Не вижу. Hold down. То он там пишет, что должен как-то, ну, типа, нажать, задержаться на ней. О. Я понял. Гений, получается, родился, Коля. Я понял. Я готов ебулуши бить, нахуй. Так, таланты. Да иди нахуй, дядь. Внимательно, друзья, сейчас будет мудрое распределение поинтов. Старый талант, ебать. Один поинт всего? Да. Ну, вы только что видели, да, как он мудро им распорядился. О, говняши! Саши, блядь! Вот там пиздишь, блядь, вот это все. Сашеньки нападают, да. Ой, блядь, Саша положил, нахуй. Сука, получил гандоний глаз, блядь. О, Саша на бок бросил, хуей вообще, блядь, ебать. О, ебучку. Домой. Да. На, блядь. Невинные. Сын дерьма, блядь, на. Короче, фармим. Все, пошел. Лутер-тутер, блядь, пошел, блядь. Он получше до тебя сражается, он урона даже не получает. Бабла надо погриндить, блядь. Ну, кстати, друзья, вот видите, как великолепно в этой игре. Можно просто включить авторежим, и игра будет сама фармить за вас деньги, опыт. Кстати, 5 экспы дают за них. Неплохо. Он, кстати, не собирает сам. Может, конечно, это настроить можно. О! Это показывать экспу в процентах. Ох, пусть все показывает, блядь. Еда выпала. Нихуя себе. Нельзя два. Блюр хороший, блядь. Заебись, мыло, конечно. Игра и так, так сказать, не особо-то щедра была на картинку. Ты давай-ка нахуй не открывай-ка, блядь. Не, ну я согласен, нам как бы заплатили за игру, поэтому я могу сказать, что игра как бы и обладает качественной графикой на... Надо, блядь, иди нахуй, блядь. Надо, блядь. Иди давай дальше, давай посмотрим, а кто там дальше будет. У тебя еще без звука игра, блядь, да? У меня, да. Блядь, слушай, давай по новой запишем. Иди нахуй. Не-не-не, ну со звуком, блядь. Ну, иди нахуй. Ты что, за масса сошел, блядь? Не так плохо. Так включи звук, хули. Какая разница, включи, включи. Так это надо экран переподключать, а там все сейчас говно и, блядь, пойдет. Почему? Я тебе говорю. Надо новую пушку сделать будет. Все, друзья, мы продолжаем. Нашу... Еблуши, блядь. Наше прохождение, да, теперь со звуком. Теперь можете насладиться достаточно очень хорошим таким саундом, написанным, скорее всего, профессиональным артистом. Для таких вот небольших, но очень душевных, плюшевых, местами добрых ММРПГшечек. Поэтому оставайтесь с нами, мы будем и дальше... проходить подобные игры. Warspear Online, как бы, вернемся. Не, он же уже был. Нет, не будет, нахуй, уже Warspear. Не, Warspear Online будет на канале. Не волнуйтесь, ну, это друзья. Друзья, не волнуйтесь. Warspear Online, он неизменен. Что-то новое будет, а Warspear уже не будет. Нет, Warspear будет. Я тебе наебашу так же, как вот этим грибочком, блядь. Пойми, нахуй. Если будет Warspear, блядь, то и вот ты вот так же, как это клякса, нахуй, разлетишься, блядь. Вот так вот тебе, блядь, на... Я тебе хейтер, блядь, качественного продукта. Я в шоке, блядь, с тебя. Да куда ты полез, ёбаный? Иди нахуй обратно в дырку. Ёб твою мать, блядь. Дырку, блядь. Знаете, это слова своего сыну, которого вы не ждали, блядь. Ha 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 ha!
Блять, какой же ты душняк. Иди. За что, сын? За то, что в корзину, блядь, не знал, не ходится вместе. Нахрена ты все это опять набрал? Бля, вот еще один боксерич. Ну, я же говорю, друзья, люди, они есть в игре, они играют. Тут можно свои гильдии создавать. Это что? Что-то крафтится, я так понимаю. Продюсинг происходит. О, еще зашел челик один. Да игра, я ебу, блять, нахуй. Да вообще, популярность невероятная. Мы еще не, ну, не залили видео, а люди уже посмотрели и заходят. Да, кстати, друзья, обязательно ссылка будет оставлена, поэтому заходим, играем, будем гильдию создавать, играть. Нихуя, чего, блять? Нифига ж себе, не игра появилась. О, проебался, конечно, Коля. Ну, конечно, я же не знал, что делать. Дурачок. Все, понял. Ну это, блядь, попро... Кому ты, блядь, рассказываешь? Я вижу. Даже так, да, Дауном... Даже так, друзья, Дауном, как видите, все равно даю топ, блядь. Хоть они полностью проебывают. Ебать, насыпало руды. Рудокопыч. Да нахуй, ну мне надо теперь копать, блядь. Копатель онлайн, аналоч, блядь. Да все, хуй там тебе. За денежку, кстати, эти апгрейды, если что. За... Блядь, да ну нахуй, я думал, так кто-то встал. За твои кровно заработанные. Все, все проебано. Жабам ебальнички начни еще, блять, и нормасик, блять. Ну да, на авто поставишь, пойдешь там. Своего вялого гонять. Блять, наяривать, блять, реально, блять, на хули чего там, блять, делать. Там, блять, ебать, нихуя себе, игра хорошая, блять, буду играть ее каждый день, блять. Ну как вон. Да, друзья, мы будем обязательно, и дальше будет. Это первая серия, которая будет называться новое эталонное слово в жанре ММО. Пока тут плавится, я пошел. Идет оно нахуй все. Так оно само без тебя, так у него будет плавиться. Потом просто придешь, заберешь. Там тебе левел 10 нужен. Ты там ебал, это поменьше вот открывай. Извини, пожалуйста. А можно купить эти будет? Ебать народу, пацаны, брух. Откуда пацанва, бля? Брух, брух. А, можно, смотри, купить этот залог. Да это я просто скинул. Это ж получается, ебать, изи, Саша. Это я просто скинул ссылку, ты как бы. Ты какие-то учел. Ну, вот все. Это получается, фармган пошел. Дальше иди, сучара, блять, фармган пошел. Мы должны игру показывать со всех сторон, фармган. Фармган потом будет, за кадром. Сейчас я добавлю хоть скраунчу, что-то, блять, ну... Может, мы сейчас еще какой-то итем выбьем здесь? Да по-любому. Легендарочку. Ебейший, нахуй. Легендар очко тебе. Сейчас вот тут троих нахуярим, блядь. Ты забываешь, что тебе нужно 100 деревьев срубить еще, задание классное. Задание нихуевое. Как сделать только? 17 вон уже сделано, видишь? Оно, скорее всего, засчитывает тебе везде, где бы ты не рубил деревья, я так думаю. Ну, о, 18. Ну пока я пош... это тоже за кадром сделаешь, пока пошли на новые локации. Нет. Да. Манда. Ты кому, блядь, тут рассказываешь? Пошли новые... Гайд прогресс. Лава early game гайд. Ладно, нас... идем дальше. Вот этих надо разъебывать, пацанчиков, блядь. И сильные, и охуеть, блядь. Ну да, кому ты рассказываешь. Ну, блядь, тех-то я с двух ударов ложу, блядь. Ну, а этих с трех. Три, четыре, не, с трех, блядь. С трех. Ну, за них экспы дают, я ебу, надо их хуячить. О, Касабланка. Ну, экспы так-то наваливают, да, неплохо. Вообще. Я забыл. 25. На что нажать? На escape, может быть, нет. Интер.
Insert. О, на И. Всё, а, молодец. Вон, смотри, какая-то мапа. Вот еще. Твое место. Вон. Какая мапа. Открыто там, да? О, вот эти как раз чубрики-то. Ну, те чубрики пока отдыхают, ну их нахуй, блядь. Здесь, а сильные. Здесь тоже какая-то, да? Лока. Спуститься вниз можно было. Где-то было говно, которое меня разъебало. О! О. Вот эти изи, отвечаю. Их даже бить не надо. Это совсем малые. Это тут тоже сундук есть. А что-то надо сделать? Хз. Что-то тебе выдали, видимо. А, вот, смотри. На нахуй. Ключи какие-то. Бай, блядь. Вот, наконец-то. Ну вот видишь. Сашенька! Емчики берем! Погнали, бай, нахуй! Максимально. Ну шо? Шо дедушка себе может позволить? Кико, бля, ему. Ноль. Опен кейсов не будет, нахуй. Сука. А конфеты нахуя? Подожди, конфеты, наверное, гемы дают мне или что не дают? Может. Сомните. Зачем тогда их покупать, бля, можно за гемы? Да, ты лучше рот не открывай. Ты кому... кого? Скажи, нахуя эти конфеты? Кого там пукнул? Да, но их можно зажать. Да ты только и делаешь, что зажимаешь. Особенно за щекой вообще отлично. Как зажмешь. Ты их, скорее всего, должен активировать, как сумки и прочую залупу. Ну, да, их зажимаешь, типа. Ну. И ждем, блядь, получается. Ну, давай. Ну, нет. Подожди. А ты опыт дают конфеты, господи. На один час увеличивает опыт. Ты уж одну вроде бы сжирал уже, если не ошибаюсь. Да? Да. О, там пати было, Саша. Танька, блядь, вот, пати-то давать друзьям. Класс. А, тут... какой-то данж, блядь. Туда в пати только можно. Саша, я не могу один пройти, блядь. Да похуй, похуй вообще. Да похуй, давай, играй, давай. Давай, такой ты пидор ебаный, твою жопу ебал нахуй ебать, нихуя себе, блядь, нахуй, блядь. Ты, конечно, охуел, чмонька ебаный, блядь. Сука, ты хули там, блядь, понос словесный, блядь, полился-то. А хули ты, ебать, ты был, блядь, так просто, блядь, и безнаказанный, блядь, останешься, нихуя, а, блядь, уголёчек, ебать. Вот видишь, жабка, блядь, на нахуй, и вот это вот, на, блядь, да не та, сука. В следующий раз, когда пойдем в краб-гейм, я тебя там выебу. Ты, блядь, нахуй, какой краб-гейм? Ну вот-вот. Сам, блядь, краб, нахуй, без гейм, блядь. Видишь, уже попустился, блядь, все. Молчи там, женщина. Пустился, блядь. Давай-ка не разговаривай. Молчи там, блядь, баба. Пока мужики, блядь. Пока мужики разговаривают, молчи, сука. Ты давай потише будь, нахуй. Ниже травы, блядь, нахуй. Ебать, это что? Ты что там залупился, блядь? У меня тут авто стоит, битва загрела сердца. Я сейчас всех уработаю, блядь. На вид сразу стал урончик появляться, ебать. А что тут горит? Звездочки? У меня звездочки какие-то есть? Нету нихуя. Нахуя они хорят? Ясно, ебало. Там он свин, блять, ему надо что-то по квесту сделать. Я так и нихуя не понял, блять. Да нахуй ты въеб, блядь. Сука. Кровавая бойня. Французы бы одобрили. Они сейчас любые бойни одобряют, по сути дела. Не только связанные с жабами. Бойни. Как же их наебываю.
Как же ты... Успокойся, блядь. Как же ты зрителей, блядь, наебываешь, показываем эту хуйню. А ведь им не похуй на нее. Блядь, так, attack, quest, fin to trade, for stamp, блядь. Что ему надо затрейдить, блядь? Найти что-то он просит. Уж точно не жабьи лапы, судя по всему. А топор надо найти и продать его. Где я тебе, блядь, найду его, обезьяна ебаная? Чё там, поднял бабла? Стали другие дела, блядь, 91, блядь. Хуя, ты чё там, пацки общаются, ебать? Все уже. Хай. Да-да, Гитлер. Осуждаю тебя, Саша, блядь. А надо было, наверное, сервер написать. Вот это, конечно. Угу. Сообщения таких попусков как-то не проходят. Понял. А ты этот братишка-то дал задание что-то, но что-то он, блядь, это... Угу. Убить жаб. Ну, го, по новой, блядь. На Фроксов было задание, как его отменить? Ну, зайди в квест Helper. Я ищу где-нибудь, в кодексах, наверное. Пиздец. Ебать. Что это, гайды какие-то? Тутеры на ютубе, блять, нахуй. Ну же, нормально придумали. Ой, могу здесь крафтить, не отходя от кэссы. Ну а ты думал, эта, друзья, игра довольно качественная, как видите, в ней можно крафтить где хочешь. Нихуя он не может, блядь, закрафтить. Сука. Ну игра-то все равно как... Наебал друзей, блядь. Качество-то не потеряло свое. Крафтить-то в игре все равно можно. Не, может быть, можно и просто потом крафтить. Можно будет, друзья, поэтому сильно пока не переживайте. Потом, возможно... Потом можно будет. Я думаю. Я не знаю, но хотя бы думаю. Нет. О. Да, отменил. Ты его перезапустил, может быть, скорее? Ну да, наверное. А, точно, значит, тогда вылез тебя, они ёбнули-то, дурачка. Пропали. Ну теперь-то я мощный парень, да? Да, теперь ты унизитель жаб. Прям как я в 5 лет. Такой же теперь отстал. Ну теперь ты просто ешь жаб, нахуй. Я, кстати, никогда не пробовал. Попробуй. Время пришло. Согласен. Завтра же выезжаю в ресторан. Еще он мне дал что-то? Ну, опыт дал тебе. Не-не, он дал билет еще один, ёб твою мать. На аренку. Должно 5, да, быть? 5 я назвонил. Блять, с деревьями что сделать? Где их взять так дохуя, блять? Там... Ну хуй знает, на самом деле. Блять, ну там просто не... уйти срать на сайд рубит, блять. Ну почему нет? Так, погоди, что дает это? 2, 2, 1, блять. Это будет давать... 2, 1, 1. А мне она дает агилы 1. Так что можно и сделать вот эту хуйню в целом. Тогда ты, конечно, умён. Никогда бы не подумал, но вот казалось, оно все так. Кстати, у работы кирки тоже свой левел получается есть. Так понимаю. Запоминайте, кстати, друзья, название игры Idle Earn the Idle MMO. Чтобы потом, так сказать, начать играть. Блять. Видео выйдет прям сегодня. А-а-а, блять. Руда. Видите, чат тулет. Тулил. Тоже присоединился к игре, молодец. Новый кирпич. А зрителю не похуй на эту игру. Конечно же нет. Лишь один стоит.
Ждет, когда летсплей выйдет. Двигаться даже не хочет. Это ну все, теперь ты мод. А, не могу. У меня, кстати, сейчас такая же шляпа есть. Ого. Копье. А знать бы только, ну... Погоди, в любом случае все крафтить надо, блять, чтобы повышать левел. Ну, в этом плане, да, да. Медиум. Копье. Ебать. Копьещик получается. Лучник. 7.20, 7.20. Не хватает, а палку ебаную еще сделаем. А палка что, это бита или что? Это магическая, наверное. Скорее всего, для дела. Магов, да. Тут же есть, по сути, класс мага. Ну да, она инты дает. Это дает силы, а это могилы. Я, наверное, лучник, по идее. Ну, скорее всего, кстати. Кстати, новый игрок появился. Блять, штаны хочу скрафтить, но мне надо левел, бля, у меня только второй. Ой, это жесть, надо тут тоже херачить получается. Шлепки есть. Только левел, блять, вкачали третий. А что там, кстати, делалось-то, блять? О. И дальше продолжается. Это что? Бонус experience. Скорость. Capacity. Прикольно. Видите, тут везде можно бафаться в этой игре. Она прям довольно уникальная, друзья. Запомните этот момент. Занюхните, я бы даже сказал. Бэмры, блядь. Ай. Тоже кирпичи делаются. Прикольно. Ну, там такая же печка. Ну да, да, я вижу. Все, деньги проебаны. Сейчас нафармим, блядь. Кого, опять на телепиздриках будешь? Не, на побольше уже пойдем. Смелости хватило, да? Ну давай. А это что значит? Что где? Given star talent point, star talent point, game. Вот это вот сюда, типа, ну а что он дает здесь? Видишь, не раскрыто пока ничего. Ну, оно горит, типа, блядь. Ну я понял, но пока не раскрыто. Понимаю. Тут непонятно. Тоже, видишь, кстати, нижний третий слот тоже весь пока еще закрыт. Ну что, затестим, блядь? Ебать. Ну все. Джон Срик просто родился новый. Я, блядь, соломенная шляпа Луфи, блядь. Я чувствуется, пора, блядь, большим сходить. Рассказать им, блядь, там. Какое-то фермерское задание выполнил уже. О. О, квест-комплект, нихуя такой жесткий. Вау, арчер, маг и воин. Три класса всего в игре, друзья. Ебать, мама, новый, блядь, класс. Я арчер. Охуеть, блядь, спасибо, вот... папаша. Да, что не по яйцам стёк, да? Хуя тебе монет насыпала. Видите, друзья, какая щедрая игра. И класс дали выбрать, и монеты, и скиллы вон появились. Чё только нету. Шанс, прям насыпает игра. Игра просто насыпает контентич. Смотри, к этому, к сбору, блять. Ресурсов? Да. И тут, наверное, во. Не, вот смотри. Для лучника именно отдельные скиллы. Нихуя только, кстати. А это общие скиллы. Хотя там, кстати, что-то по поводу вон крафта тоже, мне кажется. Да-да, там по крафту вот тоже есть. Нет, у лучника, видишь, тоже вон крафт есть. Где? Но он самый нижний, левый, смотри. Ачми Авил. Да. Где там?
Да, короче, быстрее продукцию будешь делать, так понимаю. Но я ж чисто скиллы на бой. Кунг-фу-кик, блядь. Кунг-фу-кик. Уеси. Крути, знаю. Сложно, конечно. Ну, нужно немножко разбираться, конечно. Первый раз все-таки в этой игре. И не последний, разумеется. Игра слишком хороша, чтобы ее бросить. Все. Ебать гемов, нахуй. Я ж тебе говорил много. Новый квест, кстати, дали, возьми. Он не берется. А берется, берется. Когда уже знак вопроса серый. Нифига. Считай, как обычные жабки теперь за три удара. А это сейчас автомод стоит? Слышь? А? Автомод стоит? Не-не. Сам хуячишь. Да. Странно, что они тебя не бьют. Так они изи. Они изи. Изи-бризи, друзья. Вообще, на этом предлагаю нам, в общем-то, первую серию-то и закончить. Теперь последний. Поднись. Всем спасибо, всем пока. Ссылка в описании туда-сюда, блин. Спасибо, что пришли, блин. Играйте в данную игру, блин, так сказать, дам. Пока. Да, ссылка.